Нет, дамы и господа, мы рады приветствовать вас, команда нашего ледокола. Желает вам приятного времяпрепровождения. Отправление состоится через 45 минут. Attention, please. Дамы и господа, команда нашего ледокола. А зачем ты мне вот это дал? Чтобы на всякий случай. Давай сюда. Давай сюда, привет. Вот так. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас. Мы рады приветствовать. Нет, сейчас сюда. Угу. Вот сейчас, давай вместе с эфиром. Только так высоко. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас. Команда нашего ледокола. Рады... Ну зачем он сказал, ты мне в ухо-то гришь? Ну сейчас заставка уже пошла, давай, а то не... Да-да-да. Угу. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас. Команда нашего ледокола желает вам приятного времяпрепровождения. Отправление ледокола состоится через 45 минут. И упал бокал. Йоу! А это программа прокачивания ледоколом льдов шоу-бизнеса, то бишь качай. Сейчас... Какой-то ребенок забрался к нам в студию и хочет там что-то отзаписывать. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас. Команда нашего ледокола желает вам приятного времяпрепровождения. Отправление ледокола состоится через 45 минут. Вау, по-моему, очень креативно это было. Это, знаете ли, творчество. Так вот, сегодня концепция нашей программы все та же. Сегодня мы запишем какой-то реальный трекан, вот там. Мы еще пока не знаем, какой. И это очень хорошо. Ну подожди, я программу только веду. Только что из аэропорта вообще запыхалась. Из какого аэропорта? Я подрабатываю. Ну вот, потом сегодня у нас будет презентация треков, которые будут происходить вот на этой палубе. Йоу. Потом у нас будет еще сегодня... Кстати, у нас сегодня премьера. Ребенок что-то исполнять будет. А у нас еще также премьера, расскажи о том... Питу, скажи. Питу. Вы помните, когда давным-давно директор портала обещал про то, что у нас будет некое межэфирное видео? Да, у нас сегодня открывается конкурс насчет межэфирного видео. Так что теперь вы можете присылать не только треки, а теперь участвовать еще при своей, как бы, воплощать свою креативность еще и в видеоформате. Ну что, короче, пойдем посмотрим. Творите, да. У нас идет сейчас вот погрузка, как обычно. Вот мы сейчас еще все стоим. Погрузка пассажиров происходит, можно сказать. Вот, смотрите, вот тут у нас. Do you speak Russia? Yeah. Ништяк. А он всех ищет. Говорят, вы недавно вернулись из Англии. И там всех, в принципе, английских рэперов зарешали. Это правда? Да. Что вы им сделали? Зачитали им «Салям алейкум» или что там? Показал. Показал им. Показывай сейчас в прямом эфире. Не надо, особняк. А что это? Ну, прогрессивная молодежь. Нет, показал это. Йоу. По интернету. По интернету им показал? Ништяк. Вот видите, вот, собственно говоря, не надо никаких. Вот интернет решает любые вот вопросы. Вот интернет. Смотри, тут что-то вот решается. Что так, решается? Вы связаны с Англией? Здравствуйте. Мне кажется, это неизвестный исполнитель какой-то. Вот даже написано исполнители, неизвестный исполнитель. А что это такое? Вот закачиваем на Поднебесную. Закачиваем композицию участника, да? Который будет смс-голосование. А, кстати, это вы? Вы? Нет? Вот, друзья, вот с Ростова, вот по вопросу трекам, вот к ним. Вот. Это ваш трек играет? А, да, наш. Как вас? А это поет девушка, ее зовут Мама Ева. Мама а где, Ева. Кстати, девушка? Мама Ева. Да, Ева. Нету Мама Ева? Нет, а кто есть, кстати, из вас продюсер? Я. Я. О, знаете, я очень хотела записать один трек. Вот
Ну, ну выйдите пока поработать. Да-да, пойдемте работать. У меня есть очень много талантов. Но... Девушка, у вас есть разрешение на провоз домашних животных на нашем ледоколе? У меня на все есть права. Покажите. У нас все серьезно, у нас же, понимаете, это... А также медсправка, медсправка. Уже не живой, да? Уже не живой. Это уже не живое домашнее животное, так что тушки можно смело провозить на нашем ледоколе. А как вас зовут? Пойдем уже, хватит, как Подожди. Зовут. Вечно эти... Вот, мне кажется, вы артист, девушка. Это Кузьмин, я узнала. Посмотри, кто он. Как ругательство звучит. Хотя композитор неплохой. А это у вас новый прожит? Да, согласитесь, неплохой. Но это пока секрет. Ну какой-то уже очень открытый группа секрет. Группа секрет, мы уже, да, в курсе. В каком месте секрет? Да-да-да, что здесь секретно? А в каком месте секрет? А в каком месте секрет? Везде секрет. Да-да, секрет мы не скажем. Но покажем, я надеюсь. Нет. И это будет дальше в нашей программе «Качай». Они обещают показать нам какой-то секрет. А вот еще, смотрите, у нас... Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, группа «Штучки»? Обознались. А кто? Не в курсе. Вы юнги? У нас ледокол тут, или если коки. Что. Вы юнги или коки? Скорее юнги, чем коки. Отлично. А кто-то смеется уже. Посмотрите, привет. Это Юля. Юля. Опять смотри с девушками. Юля. МС Юли. Привет, как зовут? Проект «Штучки». Иван Пугачев, Калифорния. Петр. Петручу. Петручу. Юра. Удо. Привет. Слушай, ну что, вы будете у нас сегодня тоже участвовать? Завтра играем. Мы завтра играем в Б2 и приглашены в Б3. Да, точно. Сказали О2 лучше, чем В2. И в Б3. Макай где-то здесь шарится, нас позвал и исчез. Пьем пиво. Где Кузьмин? Убежал Кузьмин. Кузьмин убежал с какими-то секретными. У него такие секреты. Сиськи? Да, сиськи. Показывай сиськи. Ты что, бред, сиськи? Бред, сиськи, реально! А вон, вон, ой, еще участники. Еще участники. Участники. Да. Здравствуйте. Возьми интервью, пожалуйста. Здравствуйте. Ну а что ты испугался, смотри, вы его напугали. Здравствуйте, как вас зовут? Мы группа «Мишель». Понимаю, да. Маша. Помоги мне, у тебя что-то ближе. Мишель. Мишель, а вы сегодня будете у нас? Вы сегодня будете презентовать? Отлично. Да, а вы художественный руководитель? Нет, я просто зритель. Ну ладно. Я думаю, смс будут там, собственно, очень много смс. Скажи, а как будет называться ваша песня? Новогодняя, потому что Новый год все-таки мы хотели поздравить как можно больше людей. Не, сейчас еще не Новый год. Ну канун. А знаете, почему он так говорит? Потому что пришел в какой-то желтый футболке. А чем собираетесь сегодня взять аудиторию? Энергетикой непременно. Непременно энергетикой, обязательно. И давно вы этим берете публику? Я знаю, какой тебя вопрос интересует. Ты пообщайся с девушкой пока. А я пойду дальше вести программу. У нас серьезно. У директора квартала. О, директор квартала. Ну что, сколько на этой неделе поступило новых треков? Я сегодня в отпуске. В каком еще отпуске? Отпуск. Прожигаешь отпускные, что ли? Я смотрю. Вот так вот. Вот так вот, можно сказать, Саша, бюджет давай, программы «Качай», бюджет всего квартала. Закачивается в бюджет телеканала, да. 2ТВ в бар, собственно говоря. Короче, нет, серьезно. Сколько треков, как? Расскажи, какие новости вообще на квартале? Ну что? А, на этих. Статистика, короче, нужна. Чисто статистика. Чисто статистические. Все треки можно скачивать, которые были за всю передачу, короче. Можно все. А качает вообще? Качать. Я имею в виду новые, чтобы новых участников подтягивать. Ну и так, присылать надо, бля. И их присылают, я знаю. Я знаю то, что их присылают. Больше стали присылать вообще как? Больше присылают, конечно. Нет, скажи, а вот про видео. Помнишь, ты тогда давно сказал про то, что будет видео, которое межклипное, межэфирное? Сегодня 20 минут видео будет. Это кто такой? Курт. Курт и кто? Курт, просто Курт. Нет, там еще кто-то, по-моему. Кто-то, не знаю. А давайте найдем Курта. Курт здесь есть? А можно Курт? Можно Курт, и давайте посмотрим видео. Курта. Курто. Курто. Круто.
Где Куртова? А где же? Ой, Курт Курятники, боже мой. Юля, Юля. Курта. Нет, я не знаю, кто такой. Дамы и господа. Ну где же он? А мы вас помним. А он никогда никого не забывает. Тихо, тихо. А, значит, предлагаю пообщаться насчет... Нет, подожди, покажите. Я думаю, тогда не пока... останавливайтесь. Да. Слушай, давай пока куртку мы не нашли, давайте посмотрим. Это межэфирное. Почему не вернемся? Ну, еще раз. Сюда. Нет, еще очень хотелось уже? Уже посмотреть. Да, давайте посмотрим. Сейчас мы посмотрим, а потом видео. Мы вернемся. Итак. Поехали. Видео нету. Видео, все видео и не видео. Смотрим видео. Нам нужен видеоряд. Да я кур, дай мне, пожалуйста. Видел? Офигенно, да. Я могу набрать его. Бро. Набери побольше. Давай еще, еще. Что? Я почти торта набрал. Смотрите, уровень. Опа. Я был так близок. Вот. Такой бэд тебе. Такой бэд.